Маршрут номер 9К восстановили по многочисленным просьбам жителей микрорайона Бахчеванжи. Навстречу их пожеланиям пошел глава городского округа Андрей Булгаков. Долгое время жители микрорайона Бахчеванжи, улица Беляева, ждали запуска нового вот этого маршрута девятки. Дело в чем? Дело в том, что у нас в основном все пользуются электричкой, но маршрутка тоже очень востребована. Особенно востребован вот этот маршрут, который будет возить людей с улицы Беляева до Глобуса, до гипермаркета. Этот маршрут будет ходить в ежедневном режиме. Первый отъезд начинается в 7 часов 17 минут, а последний раз маршрутка едет в 20 часов. Это исключительно сделано по просьбе жителей, которые обращались к нам очень много раз и к главе городского округа Щелку Андрею Алексеевичу Булгакову писали. Жители микрорайона Хотово теперь обеспечены общественным транспортом, которого раньше не было вовсе. Маршрут построили так. Чтобы попасть на автобусную остановку вблизи Стеллы, теперь не нужно пересекать железную дорогу. А это вопрос безопасности. Мы вообще ждали, довольны, рады. Если будет, постоянно. Как вы, по вашему мнению, часто будете пользоваться? Ну, я думаю, что будем частенько, если будет. Рейсы будут все выполняться. Схему маршрута вы видите на экране. Автобусы будут курсировать от станции Бахчеванжи через Чкаловскую, микрорайон Хотово, остановку Мосэнерго, станцию Щелково и так далее. Конечной остановкой станет гипермаркет «Глобус». Александр – водитель Мострансавто уже 4 года. Он уже приступил к работе на новом маршруте. Считает, что маршрут удобный и будет востребован. До магазина, до «Глобуса», а так студенты до электрички. С пересадкой на Москву. Ну, то есть удобный маршрут, да? Более чем. Оплата проезда будет осуществляться через валидатор, все льготы сохранены. Жители микрорайона радости не скрывают. Конечно, мы рады. Теперь хоть какой-то транспорт будет ездить в Щелково. А то у нас самое, как бы, главное, основное, это была электричка. Вот, это 50-й, но это надо переходить через железную дорогу. И 50-й он шел только вот, это напротив, это Пятерочка, где поворот на Леониху, и все. А теперь, конечно, до конца люди, пожилых очень много, вот, да, которые там с палочкой. Пока на маршруте будут курсировать микроавтобусы ГАЗ, но в дальнейшем, если появится необходимость, их заменят на более вместительные. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.